Всем большой приветик! Меня зовут Лада, и вы на канале «Любимое дело». Сейчас я буду показывать то, о чем ранее говорила. Это о сборе природного материала. Я его буду все-таки внедрять в свою работу, в свои украшения, в папье-маше и так далее. Хочется мне делать браслетики уже с флористическим каким-то дизайном, но сначала нужно этот материал природный подготовить. И вот сейчас я показываю то, как мы с мамой будем готовить вот такие вот цветочки, подготавливать их для будущего использования в засушенном виде уже. Итак, понадобятся нам вот эти вот листочки. Тут в основном анютины глазки и вот такие вот маленькие, как я даже не знаю, лабелия. Лобелия, да? Лобелия, вот мне мама подсказывает. Они бывают синие, розовые. Тут еще белые. Такое освещение, но я думаю, что вам видно это. Теперь, значит, нам еще понадобится какой-то журнал. У нас это такой вот старый «Наука и жизнь». Ну, вообще, журнал или книга. И вот такие вот ватные диски. Ватные диски желательно брать такие, где вот есть вот такие вот прорези. Сейчас я все буду показывать, это мы как мы сами будем сделали. использовать. Да, мы вот эти вот ватные диски сами делали. Ну, сами, конечно, да. Ну все, давайте начнем. Значит, во-первых, мам, покажи, что ты уже сделала. Значит, у нас мама выложила вот эти вот маленькие цветочки. Вот журнал с закладочками здесь. Вот буквально здесь вот, два газетных листика вложено, да, вот между несколькими страницами журнала вкладываю вот такие газетные закладочки. Да, между ними. Вот смотрите, вот я выложила цветочки. Вот это вот этот маленькие лобелия. Да. Вот так вот мы здесь положим закладочку. Так. Потом снова открываем газету. И кладем снова, да, да, вот эти вот маленькие. Да. Это делается для того, чтобы потом можно было вытащить вот эту закладочку и вставить, уже... и вставить другую, потому что они же будут, ну, как бы влажные от того, что сохнут. Хочу сказать несколько слов. Некоторые цветочки при засушивании, они теряют, к сожалению, цвета. Такое случилось у меня с ромашками, я чуть позже покажу это. Мама говорит, что вот это вот мелкое, вот это цветы, вот эти мелкие лобели, они не теряют цвет, да? Ну, мы посмотрим. Мы посмотрим, в общем. Сушим мы, я их первый раз сушу, поэтому я не знаю, что будет. Потеряют они цвета или не потеряют. Тоже, что касается анютиных глазок, ну, например, вот это просто, это, знаете, это нереальной красоты цветочки. Очень жаль будет, если они свои цвета потеряют. Но мы их вот именно вот такие крупные цветочки, вот с такой подложкой, мы будем класть в ватные диски. Сейчас мы выкладываем вот такие мелкие цветочки. У мамы, конечно, опыта побольше, поэтому я включила видео именно с мамой, потому что она именно занимается флористикой, знает, как засушивать, знает, какие цвета что дают. Я в этом вообще новичок. Про диск я хочу показать, что я делаю с диском. Вот обычный диск ватный. Ну, попозже, да. Диск ватный, он же толстенький сейчас? У нас. Вот я вам сейчас покажу, он толстенький диск. И вот он был толстый, и просто его можно было разъединить. И я сделала прорезь ножничками обычными. И теперь я туда буду вставлять цветочек. Вот смотрите. Ну вот да, это, кстати, подходит именно для цветочков, где есть подложка. Вот как я уже сказала, да, вот такая вот зелененькая. Именно она идет вот на другую сторону, да? Да. Вот, вот смотрите, так вот. Что Вот получилось. Вот там внутри цветочек, а в дырочку идет вот его подложка. И таким образом они и засушиваются. Делается для чего? Для того, чтобы вот эта подложка не сушилась вместе с цветочком. Вообще цветок, он такой достаточно крупный, да? Вот смотрите. Толщину имеет, поэтому... Вот маленький цветочек я вставлю сюда, а побольше цветочек я могу сделать два цветочка засушить, сэкономить диск, так скажем. Раз, ну, вставила да. два. И вот так закрепила другим диском. Все. Вот так вот идет процесс засушивания. А вот хочу показать те цветочки, которые высушены были мамой. Все-таки у мамы, еще раз повторюсь, огромный опыт в этом деле. Она уже засушила не один десяток цветов, даже не одну сотню, наверное, цветов. Очень много. А разный результат получается. Какие-то лепесточки, видите, цвет такой очень блеклый получается. А какие-то сохраняют свои цвета.
Какие-то вообще, видите, яркие цвета сохраняются, очень довольно насыщенные. Вот васильки высушивали. Вот интересные тоже варианты. А, кстати, тут мама уже разложила те фиалки, которые были высушены не в ватных дисках. То есть, когда они высушиваются вот подобным образом, они расправляются, и они становятся такие ровненькие, да, вот как, например, вот этот цветочек. А те, которые не в ватном диске, они вот получаются вот такие. Ну, это вот. Все не ват. Вот это все не вот ватные. Вот эти все не ватные. Вот такие вот они. В журнале. Плюшка такая получается. В журнале. Но это можно, например... Не, но все равно интересные, да, варианты. Нет, ну, если делаешь флористическую картину, то без этого цветка ты точно не обойдешься. Да. Например, это будет, это, допустим, передний план вот этот цветок, а это будет где-то сзади, там он где-то будет, да? Не, ну это мы говорим о флористической, я все-таки буду какие-то привносить такие композицию делать на браслетах, но в принципе тоже интересно. Вот, кстати, смотрите, цветы можно не цветы высушивать, можно, дай покажу, можно вот всякие такие листочки высушивать, да, вот, например, такой вариант листочка. У мамы тут, видите, целое сборище всяких цветочков, листочков. Вот даже можно высушивать вообще какие-то все соцветия. В общем, сейчас мы работаем над этой темой, углубляемся в нее. Готовлю я новый материал. Он будет, скорее всего, осенью. И, наверное, скорее всего, мы будем с мамой какое-то видео снимать при вот каких-то таких композиций, да, украшения с флористическими нотками, папье-маше с флористикой, ну, что-то в этом роде придумаем. В общем, сейчас готовим, вот, кстати, сейчас мама снимает с ватных дисков цветочки. Лист не получился, видите, цвет ну, потерялся. Ну, все равно. Ну, все равно, но да, здесь, может быть, тоже. Был и василек коричневого цвета, я не помню. Они сейчас желтого разные. Могут быть. Они сейчас даже и розовые бывают. Вот, так что вот я показала вам то, над чем я сейчас работаю. Кому интересно, то подписывайтесь, будете в курсе выхода новых видео, как обычно. С вами была Лада, канал «Любимое дело». Я желаю всем отличного настроения и вдохновения. Вдохновение самое главное в жизни, как мы считаем. Всем пока-пока и до новых встреч.